Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, любимые мои воспитанники! Вот и подошел к концу творческий год. Кто бы знал, что он так закончится. Безумно скучаю по каждому, и так хочется каждого увидеть и обнять. Сколько концертов мы с вами не отработали, сколько номеров не станцевали, сколько было задуманных планов. Но мы не будем расстраиваться. Мы обязательно с вами очень скоро увидимся и воплотим все наши задуманные планы. И сегодня, в замечательный праздник, День защиты детей, хочу пожелать всем детям крепкого здоровья, счастья. Пусть улыбки на ваших лицах будут сиять всегда. Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми, беззаботными, веселыми и радостными. А родителям, конечно, хочу пожелать терпения, доброты и нежности. Дети – это наше все.